Всем привет и... Блядь, чё-то я не так начал. Чё-то я не то начал и уже запутался. Ладно. Короче, всем привет, вы на канале Летний, вот как. И мы продолжаем проходить Stardew Valley, точнее играть, потому что это прохождением не назвать. Это игра как бы не сюжетная. Вот, там у нас сегодня начинается, короче, какой-то этот, да? Фестиваль танцев или что-то вроде того. Так, спокойно, аккуратно. Так. Ну, во-первых, мы это переносим и... смотрим, где у нас поблизости лес, потому что я не хочу потеряться, однако. Ладно. Думаю, мы там узнаем, что как, что куда. Потому что я... А зачем ты вышел? Подожди, войди обратно. Я не видел, чтобы кто-то мне что-то писал, поэтому продолжаем играть дальше, и может быть ничего плохого мы не будем делать. Так, прогноз погоды. Сейчас у нас прогноз погоды. Переменная облачность с легким ветерком, в воздухе будет много пыльцы. Так, чё по этому? По предсказаниям. Дух сегодня очень рада, они постараются, чтобы никто не ушел домой без целого мешка удачи. Вот это прекрасно, вот это хорошо. Как бы у нас тут уже выросло. Давайте его быстренько соберем. Оп. Фасоль еще вижу выросла. Давайте... Ну, ладно. Собери фасоль. Пожалуйста. Нам не надо опаздывать на это. Ух ты ж какой. Куда это навестись надо? Все. Идем отсюда, идем по-быстрому. На какой-то фестиваль танцев. Я понимаю, что у нас сейчас 6:40, но как бы там фестиваль танцев каких-то. Я не хочу особо пропускать, потому что за него вроде как дают много денег, если я ничего не путаю. Так, сегодня объявлений нет. Календарь я хочу. Календарь. Дайте мне календарь. Пожалуйста. Так, какие объявления? Пожалуйста, календарь. Во. Цветочные танцы. Как добраться... Так, у меня здесь-то есть здесь, по-моему, нет? Это в письмах. Подожди. Письма. Где письма? Светские настройки коллекции письма. Вилли. Танцы. Так, танцы. Найдете партнера, можете поучаствовать в танцах за лесом к западу. Запад это у нас... Короче, у нас север, и где-то слева, получается, запад будет. Запад, то есть... Вот тут, что ли? Но это не лес? Или лес? Как бы вот это лес? Но это надо как-то неудобно, блин. Так, ладно, давайте зайдем к первому... заперто, ладно. Так, а что такое? Магазин первый закрыт по средам. Сегодня среда. Сегодня закрыто. Как бы... Я бы себе кого-то нашел. Но, видимо, все там. Так, давайте по-быстрому. Отсюда идем. С одним рубликом. Естественно, мы же все скупили в прошлой серии. Если ты смотрел. А я знаю, что не смотрел, потому что просмотра не набралось вообще. Почему-то я не понимаю, почему. Может быть, не нравится. Скорее всего, такие есть, но ладно, меня это мало, в принципе, волнует. Я вот что интересно... Так, это же неудобно здесь переходить будет. Это я потом полью когда-нибудь, это не страшно, на самом деле. Вообще не страшно. Так, тут у нас какой-то разрушенный дом есть, который на самом деле надо починить бы. Так, я где? Я где, М? Чё-то я далеко пошел. Блин, не туда. Я уже опоздаю, скорее всего, потому что 8:30, как бы надо там уже было бы быть. Ну ладно, опять эти долбанных. Тут не пролезть, не пройти. Нам бы на самом деле, знаешь, куда выйти? Нашим обычным маршрутом, но я что-то не помню уже его, если честно, поэтому... Где-то вот тут... Какая-то какашка стоит непонятная.
Так, вот он, короче, наш маршрут обычный. Не застревай, пожалуйста, я тебя умоляю. Вот, выходим отсюда и, значит, идем. Ты можешь хоть раз не застревать в этих хащах. Вот, нормально, пошли отсюда. Это все. Вот, танцы, да? А чё ты застрял-то? Не понял. А чё ты застрял здесь? Тара-тара-т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 а
Почему-то у меня пропало все. Буквально все. Так, ладно, сейчас разберемся. По-моему, я застрял, нет? Вам так не кажется? Так, ладно, какая-то дичь происходит, однако я не могу открыть карту. И я ничего не могу с этим сделать. Мне надо вот куда-то выйти, судя по всему. Потому что я... А, ну да. Ну да, я что-то не заметил, что тут... Так, поговорить. У меня нет денег. У меня нет денег, что поделаю. И продать не могу. Заебись. Так, ладно, кого-то надо пригласить, короче говоря, на танцы. А кого здесь пригласить? Здесь, короче, все заняты. Мелких не буду приглашать, потому что зачем? Так, с ней, ну, не знаю. Так, с кем тут можно? Вот, например, с ней, например, можно и с ней. Так, я люблю танцевать, но эти танцы немного чопорные, хотя предкам очень нравится. Так, спросить, не хочет ли Мару потанцевать с вами? Так, она у нас спросила, что? Колу за сколько-то там. Я польщена, но нет. Ну и езди, короче, ясно с тобой, все. Так, Пенни, сглатывает, я нервничаю. Так, а ты не хочешь идти все-таки, да? Нервничаешь. Спросить, не хочешь ли потанцевать. Ой, нет, спасибо. Ясно, ясно. Ясно, а что можно было от них ожидать, в принципе. Так, поговорим. Давай, поговорим. Что-то как-то не говорит. Шейн. Великолепный соус. Потанцевать не хочешь? Ох, это зеленая штука острая. Хрустит, ай. Так, не хочешь потанцевать, короче, со мной, а чё бы нет? Нет, ясно. Ясно, чё-то какие-то все, короче, здесь такие все. Так, может, ты хочешь потанцевать? Я понимаю, что я там занята, конечно. Но типа, как бы, почему бы нет? Ах, в воздухе витает. А в воздухе такой сладкий цветочный аромат. Так, а не хочешь? Что-то не берется, короче, на ней. Джоди. А ты сегодня будешь танцевать? Конечно, я за этим пришел, как бы. Такая... Ясно, никто не хочет танцевать. Традиция весенних танцев уходит корнями в древние ритуалы плодородия. Отлично. Эй, ты же фермер, тебе это положено знать. Может быть. Короче, ясно, никто не хочет танцевать. Ты хочешь, можешь танцевать. Кэролайн, лучше бы Пьер провел этот праздник с семьей. Почему? А что у него с семьей? Там все плохо, как бы. Он продает, как бы, зарабатывает на жизнь. Как бы, я думаю, ему это нормально. Так, вот ты, да, допустим, хочешь потанцевать? Эмили, фуф, я объелась, как тебе красное желе? Не пробовал, не знаю. Потанцевать не хочешь? Мне очень жаль, но у меня уже есть партнер на этот танец. Ясно. А я что-то, по-моему, кажется, здесь вообще лишний какой-то в этом городе, по-моему, нет? То меня вообще никуда не хотят брать, то у меня еще что-то это самое... Пойду с этими мелкими пообщаюсь, может, они потанцуют. А когда-нибудь королевой цветов стану я. Да, станешь обязательно. Так, с мелкими нельзя потанцевать. Так, нечестно, почему мне нельзя быть королевой цветов? Потому что тебе лучше быть принцем цветов, наверное, да? Я так понимаю, здесь никто не хочет особо танцевать, потому что я никому ничего не дарю. Так, у меня есть, в принципе, нарцисс. Это, в принципе, цветочек. А там, как бы, вот это можно подарить. Почему бы нет? Кому бы там можно было подарить? Кто со мной такой? Вот точно она стесняется почему-то. Я не знаю, почему. Так, ой, нет, спасибо. Нет, она не стесняется. Ладно. А как? А нельзя подарить? Подожди. Нельзя инвентарь просто взять и что-то подарить. Это странно, хотя... Как?
Никак, ясно. Со мной тупо никто не хочет танцевать. Это самое. А купить я ничего не могу, потому что у меня нет денег. И порыбачить я не могу. А что мне делать с этим праздником-то? Как бы все хорошо, конечно, но... Типа, а с кем мне потанцевать, слышишь? Ты хочешь потанцевать? Эбигейл, ненавижу танцевать у всех на виду. Мне так стыдно становится. Давай потанцуем где-нибудь в уголку. Это все мама меня заставляет. Так, ну ясно, мама заставляет. Так, не хочешь потанцевать все-таки? Я польщена, не придется тебе сказать нет, прости, ясно. Так, сейчас, секунду. Я надеюсь, время там не идет. Я остановлю пока что запись, потому что мне надо отойти, скорее всего. Так, да ладно, никто не отвлекал, это я послышалось мне, короче, ладно. Хрен с ним. Себастьян, фу. Ты, короче, вообще какой-то странный тип. Нет, я хочу танцевать кое с кем другим, ясно. Можно я вообще не буду танцевать? Вы никто не хочет... Так. Эх, хорошо живем, да, молодежь? Сладкое вино, ручеек журчит. Журчит. Воздух теплый. Я уже говорила про вино. Да, ты что-то пьешь слишком много, если честно. И мне не особо радует. Уж. Сезон лягушек кто-то набирает обороты. А, сезон лягушек-то набирает обороты. Что-то мне там как бы... В дневник как бы надо бы зайти, но... Типа меня не пускает туда. Я не могу ничего подарить. Такие все дела, конечно. Надо поговорить со всеми или что. Надо было удочку захватить. Такая у меня есть в инвентаре. Я не могу ее достать, потому что... Ладно. Лея. Привет. Я не буду себя читать, потому что я давно имя поменял. И как бы... Мне это не особо интересно сейчас читать свое имя. Рада видеть тебя здесь. Да, я тебя тоже. Ты потанцевать не хочешь со мной? Скажу тебе честно, я не хочу с тобой танцевать. Ясно. Короче, они меня, наверное, воспринимают... Как-то не очень хорошо, потому что что-то со мной никто не хочет танцевать, как бы все меня прогоняют, ясно, короче, все с ними. Даже общаться с ними не хочется после такого, потому что они какие-то не очень ко мне дружелюбленные. Я как бы им навстречу иду, они как-то не вообще никак ко мне не идут навстречу, поэтому ладно, хрен с ними. Деньги хотят, это мои, точно. 100% я тебе отвечаю. У меня просто нет на счету ничего. Зачем я приперся на этот праздник вообще? Эх, вокруг любовь, а я до сих пор не замужем. Ну так в чем проблема? А, ну как бы ясно. Здесь такие все дружелюбные только. Так, Хелли, я репетирую по... Все должно быть идеально. Потанцевать не хочешь? Я держу титул королевы цвета уже 5 лет подряд и еще не готова сойти с трона. Хорошо. А потанцевать не хочешь? Фу, нет, ясно. Все, короче, ливаем с этого праздника. Я даже не хочу с ними тут общаться, потому что... Ясно, короче, все с ними. Так, превьюшку. Грустненькую превьюшку как надо взять. Вот такую примерно. Я стою... Вот... Так, в сторонке, да? Неудавшийся праздник. Короче, ясно. Со мной никто не хочет общаться. Короче, я какой-то изгой здесь. И меня, типа, послали, потому что... Фу. Ясно, все с ними. Ясно, мы больше на этот праздник не пойдем. Так, а как я сюда пришел? Вот это хороший вопрос. Как мне теперь выйти с него, из этого праздника? Вот это, конечно, вопрос на миллион. Подожди, а как мне теперь с этого праздника меня выпустить? Не хотят выпустить с этого праздника? Это что-то закрытый бред. Подожди, что за бред? А как ливнуть с праздника? Серьезно, я что-то не понимаю. Вы издеваетесь или как? Наверное, здесь надо пройти как-то. Но я не могу. Так, давайте не говорите мне только, что это тут... Джордж, цветы, да я их почти не вижу. Ослеп, что ли, наверное? Ну да, он же на коляске, по-моему. Тут слишком ярко светит солнце. Ну да, они старики, конечно, такие все. Так, а чё, собственно, делать-то? Ёлки-палки. С ними я еще не поговорил.
Не хочешь потанцевать? А, ну да. Ну да, не хочет она танцевать. Элли, вот я надел свою лучшую рубашку. Ради этих танцев такое случается отнюдь не часто. Так, потанцевать не хочешь со мной? Прошу прощения, не сегодня. Ясно. Ясно, чё бы нет. Так, ну ты вот хоть нормальный мужик, сидишь тут, продаешь. Я ничего не могу нажать. Почему? У меня нет денег, чтобы что-то купить. А чё мне делать? Я не могу выйти отсюда. Что за бред? Я не понимаю, почему я выйти не могу отсюда? Типа, как бы я отсюда как-то зашел. Как мне теперь выйти? Я прыгать не могу, не умею. Бля, это какой-то тупик, слышишь? Это что-то не это. Короче, я тут облазил что-то буквально 2-3 минуты. Я так и не понял. Я так и понял, что отсюда выйти нельзя. Я к нему не подходил, я просто что-то не заметил его, и он, короче, тут предлагает, начнем ли танцы? Ну, как бы со мной никто не хочет танцевать, поэтому, конечно же, начнем. Я буду сам танцевать с призраками, мне вообще пофиг, здесь какие-то все недружелюбные ко мне, но ясно, все подарки-то хотят. А я где? Ага, я в углу смотрю. Давайте посмотрим, чего бы нет. Знакомые, в принципе, нам персонажи здесь танцуют. Как бы, но не я, вот а я вот стою в углу, прям. Тоже приюшка, кстати, неплохая. Так, а что-то делать надо, нет? Нет, походу мне ничего не надо делать, только смотреть. Ясно. Ясно, короче, ясно. Постоял как лох в углу. Был весело, а теперь пора домой. Да, пора домой. Весело, конечно, был пиздец просто. Ты к 10 ночи ты сидел там? Ты серьезно? Ты вот... Ой. Как завести друзей? Вот это, конечно, полезно. Полезно, да? Как завести друзей? Дневник, ладно, почитаем. Подарки здорово способствуют новой дружбе. Узнайте, кому что нравится, и скоро вы станете популярным. Ясно, ясно. А поливать кто будет? Как бы я понимаю, ночь, все дела, но полить надо. Полить надо, потому что растения не вырастут. Я понимаю, что мы вроде как в 0-0 вырубаемся вообще с концами, насколько мне известно. Поэтому быстренько, что есть силы, поливаем все. И пока мы, короче, с кем-то не подружимся, никакие танцы нам не нужны. Потому что мы тупо рабочий день, который могли провести на ферме, кстати говоря. Просто просиди. Да ёлки-палки, вода как не вовремя кончается. Это чучело какой-то страшной ночью становится, если честно. Так, ладно, я, короче, не буду поливать сегодня. Чё-то мне эта предсказательница, конечно, врала. Она сказала, что будет меня ввести прям весь день, но что-то прям ни с кем не повезло. Короче, ладно. Хрен с ними, с этими танцами. Неудачными, так сказать. Мы все, короче, поняли. С нами никто не хочет общаться, ладно. Прогноз погоды. С вами Козу 5, конечно же, прогноз погоды. И, естественно, завтра будет весь день идти дождь. Вот это прекрасно, вот это замечательно. На следующей серии, наверное, не надо будет поливать. Наконец-то дождь пойдет. Как можно этому не радоваться? У нас весна, кстати говоря, скоро кончится. Это значит что-то... Это что-то значит, конечно. Я даже не знаю, что. Но, тем не менее. Полить самым первым делом нам нужно. Так, мне что-то напрягает какие-то лишние звуки. С внешней, как бы, среды. Ну да ладно. Я надеюсь, никто мне сейчас не помешает. Так, что я здесь посадил, я не помню. Пастернак вроде как. И капусту вот эту вот. Криво, конечно, ладно. Кого это волнует? У нас, в принципе, все здесь криво. И знакомство с людьми. И ферма у нас кривая, если на то пошло уж говорить. Чего уж тут говорить? Все у нас кривое. Но надо как-то вы с этого положения выходить потихонечку. Потому что
Ну, как-то некрасиво это, знаешь, фирма, конечно, может и будет работать нормально потом. Но познакомиться 100% надо, поразузнать, что им там нравится. Подарки им дарить, конечно. Ой, конечно, дел у нас тут полно. Я еще думаю, вот купить бы, наверное, животных надо бы стоило, потому что 100% продукция от их... Их продукция 100% будет приносить какую-никакую, но дополнительный, наверное, заработок. Потому что, как ты видишь, я бомжую по 1 рубле. Давайте я буду называть это рублями, а не золотыми, потому что это неудобно. Хотя золотыми тоже нормально. Короче, не знаю, что ты пристал ко мне. Что ты пристал? Вот я не понимаю, что ты пристаешь ко мне постоянно. Со своими претензиями непонятными вот этими. Которые непонятно зачем мне нужны. Вечно ты со своими претензиями ко мне вот это вот лезешь. Отстань. Чё хочу, то делаю. В принципе, мое прохождение. Что ты начинаешь? Не паникуй, все будет нормально. У нас 25 дней прошло с момента как бы переезда. В реальной жизни не так-то много. Поэтому ты-то мне не мне посадку цветы, потому что я знаю тебя. Барсик, ты все заминаешь тут мне. Потом я понимаю, что... Думаю, что это вороны издеваются надо мной. Так, ладно. На полив что-то очень много времени теперь уходит. Это не очень хорошо. Надо бы железо уже переплавлять, делать какие-то там автополивалки. Ну, завтра поливать не будем зато. Короче, мы идем продавать сейчас. Насколько я помню, сюда тоже можно продавать. Но как-то я хз. Давайте я лучше в Пьера зайду. Там продам, посмотрю, что там уже есть полезное. Хотя, что там полезного есть? У меня энергия кончилась, мне надо закупиться энергию какую-то. Да, полив, короче, не очень выгоден с точки зрения траты энергии. Так, у нас тут можно вроде как энергию закупить, если ничего не помню. Если что-то не путаю. Но за 1000 это вообще не выгодно нисколечко. Поэтому идем отсюда нафиг. Так, заданий опять же таки никаких. Семена в продаже какие? Все старые, в принципе, семена нам не нужны пока. У нас все растет. Дешевка, дешевка. Это все дешевка. Это я пока не продаю, потому что может пригодиться, не знаю зачем. Так, нам нужен заработок, слышишь? 400, короче, это не... Нам нужно к плотнику этому Робину зайти и посмотреть, что он-то продает. Нам нужно построить в первую очередь какие-то новые сооружения 100% нужно построить. Так, я вообще не туда пошел, подожди, не в ту сторону. Вот, короче, прошлой серии они как-то получше начинались, это что-то не очень прям началось. Прям нас загнобили чисто на этом празднике. Мы как лохи там стояли, сидели. Так, это клуб, кстати говоря. Нам надо бы зайти, посмотреть, что тут. Что тут? У меня вроде как есть все. Для его восстановления. А как его восстанавливают, это я без понятия. Вот не хватает нам организованности, если честно. Так. А, вот же как оно делается. Надо было сюда принести все это. Так. Так. Вот это, короче, да. Вот это я сейчас понял. Нам надо вернуться. Так, сейчас, секунду. Аж горло пересохло, короче, я тяжело разговариваю. Так, ладно, пойдем к плотнику сначала. Потому что мы уже, в принципе, рядом. И чё? Потихонечку восстановим этот клуб. Я так понимаю, сегодня, наверное, восстановим. Или же в следующей серии, типа... Хотя не знаю. Сомнительно, конечно. Так, у нас вроде плотник тут живет, если что. Ты смотри, короче, заходим в такой маленький дом, а приходим, короче, к хоромы, конечно, пиздец. Чем могу помочь? Расширить дом. Так, я могу расширить твой дом и пристроить кухню. Это будет стоить 10 тысяч. А еще мне понадобится 450 тысяч древины. Да не-не-не-не, куда нам такие цены? Ты чё? А построить здание для фермы, конечно же, в первую очередь.
птичник. Мещает до 4 птиц одного вида. 4000 нужно. И древесину, и камень. Так, ну древесина как бы без проблем, камень тоже. Снести? Не-не, ничего не сносим пока. Что у тебя еще продается? Магазин. Древесина за 10, камень за 20. Окно продается, мишка. Ну, в принципе, все украшения всякое такое. Дешевый телевизор, кстати, продает. А можно продать телевизор, кстати говоря? Можно продать или нет? А, древесину еще можно продавать. За 26. Невыгодно. Вообще ни, нисколечко. Так, ну, в принципе, ничего такого. Ладно, мы поняли, что у нас тут продается, в принципе. Поэтому будем иметь в виду. Сейчас мы принесем, короче говоря. По карте надо ориентироваться нормально, потому что я не понимаю, куда я иду. Так, надо еще сейчас вот сюда, наверное, скорее всего, пойти. Зайти домой. И собрать этот весенний узелок, или как он там называется. Потому что у нас весна почти практически кончается, а мы как бы не собрали. У меня-то как бы все есть, но я ничего не понял, что с этим делать. Вот теперь понимаю, как это делается. Поэтому пойду заберу с сундука и занесу. Как бы, я думаю, у нас тут все, в принципе, учат, как что делать. Слитки надо вот. Надо бы разбить, если честно, Жеоду. Может выпадет что-то полезное. Копать нам нужно 100%, но это в следующей серии, наверное. Потому что в этой вряд ли уже что-то получится. Так, а что я сюда зашел-то? Нам нужно вот это. И что-то еще нужно. А что там еще нужно? Не понял. Подожди, усилок этот, как он? Дикий хрен. Я ж дикий хрен потратил на то, чтобы посадить. Ясно. Короче, мы в этой серии, наверное, не соберем полностью узелок. Но как бы... если честно, я не знаю, чем заняться сейчас. Время-то еще есть. Порыбачить, наверное, пойти, но у меня жутко не хватает. Что такое? Картофель надо продать было. Чего я не продал-то? Как бы мне сейчас энергии не хватает. Давайте ее продам. Первым делом, потому что я по дороге иду. Так, а подарить нельзя. Хотя кто захочет это у меня брать? Вот это, конечно, вопрос на миллион. Так, за 640 продаю. 1000 у меня есть. Я думаю, надо копить. Копить, 100% нужно копить. Нам бы что-то поесть, если честно. Вот что поесть, что делать с этим, я не знаю. Энергии прям мало. Так, я не занесу этот ингредиент последний, который называется одуванчик. Я его занесу. Как бы в следующей серии мы восстановим, скорее всего, клуб, потому что у нас, получается, практически все есть, кроме хрена, который как бы должен скоро вырасти. Хорошо. Сбор весенний узелок. А есть еще летний, да? Строительский узелок. Так, а по строительскому узелку что? Ёлки-палки. Как много всего надо. Так, споры осенний узелок. Это шампиньон, черная слива, фундук, ежевика. Так, это что такое? Летний узелок. Острая ягода, виноград, душистый горошек. Это у нас зимний узелок. Это у нас получается корень, кристальный фрукт, снежный бат. Это все выращивается, да? Экзотический узелок. Кокос, плод кактуса... Сморчок. Ага, я понял, короче, в чем суть. Нам нужно вот это все собрать и восстановить этот клуб. И, наверное, скорее всего, в конце игры, если такая будет. Если такое будет, конечно. Мы все вот эти вот части клуба отремонтируем, соответственно, наверное, будем управлять ими, им. Будем приглашать сюда, короче говоря, всех наших знакомых, которые не очень недружелюбны, кстати, к нам. Но это пока что временные трудности, которые мы... Так, лучше я сюда не буду заходить, потому что слишком далеко. Надо найти обход. Вот он, обход. Давайте порыбачим вообще совершенно немножко. Так, закинули удочку и ждем. У нас энергия, в принципе, еще есть чуть-чуть.
Можем Джорджа Кола, в принципе, бахнуть за 75. У нас как раз таки хватает денежек. Я не посмотрел, что у нас сегодня по этому. По удаче. Ну и ладно. Вчера у нас удача, конечно. С праздником у нас. Так, льет. Тихо. Я уже разучился, как это делать. Тихо. Сейчас уплывет нахер. Оп. Держим. Так, кого там поймал? Санфиш, нормально. Ты куда ты закинул так мелко? Опа. Нормально. Короче, как хочешь, рыбачить нужно. Рыбачить нужно, потому что это у нас пока что единственный нормальный источник дохода получается. Не понял. Какие-то двери. Так, здесь практически ничего не... А, не, надо делать. Тихо. Нормально. Опять санфиш, ладно. Здесь просто река, и как бы здесь много ничего не ловится, поэтому... Кто-то идет, по-моему, к нам. Ну ладно. А что он нам сделает? Меня и так все боятся. Я какой-то маньяк, походу. Ну, конечно, в футболке с черепом ходить-то. Че хотел-то? Естественно, маньяк. Так, клюет, давай. Тихо, аккуратно. Давай, спокойно, без лишней паники. Ага, все безупречно, конечно, безупречно. Немножечко рыбы наловим. И пойдем домой. Спать, естественно, и заканчивать серию, потому что у нас уже перебор получается немножко. Так, клюет. Клюет, кстати, неплохо. Сейчас сокровища не возьмем никак вообще, абсолютно. Так, лещ. Лещ — это хорошо, а главное, чтобы не леща мне никто не прописал. А если ты считаешь, что я какую-то несу херню, то напиши об этом в комментарии. Если ты, конечно, пишешь в комментарии, потому что в последнее время никто ничего не пишет, ну и ладно. Вообще не важно мне это, как бы. Не особо за этим пришел, как бы тут, ну да, ладно. Так, клюю. Ты бы еще быстрее забрал, ну. Ладно, сейчас мы последний раз клюнет и идем домой, потому что нам здесь делать нечего, он уже спать хочет. Так, ясно. Ну, давай еще один раз. Как бы энергии еще чуть-чуть есть. Я надеюсь, не вырубится. Хотя, хрен его знает. Уже красненькая, если честно. Так, ладно, я лучше рисковать не буду, я пойду сразу отсюда, потому что что-то он прям вымотался серьезно. Главное сейчас не заблудиться. Так, я же уже заблудился, понимаю. Фонтана я такого не припоминаю здесь. Бляха, я точно заблудился. Вот это, конечно, пиздец. Не надо было так далеко ходить. Так, все, вспомнил, куда надо. Вниз. Вот, мы в центре города, получается. Идем налево. Так, идем налево и заканчиваем на этом серию, потому что сегодня у меня, естественно, конечно, продуктивный день. Заработали 1000 почти... золотых. Завтра мы будем думать, что делать дальше. Так, спать, конечно же, спать. Хотя рыбу я бы выложил, наверное. А почему выложил? Подожди. Дополнительный заработок нужен все-таки. Поэтому я это скину сюда. А как это работает? Это убери эту нахер. А ты что с тобой как бы... Так, вот это давай продадим, и вот это продадим. Ну и вот это нам не надо. А вот желудь мы оставим, может посажу, как бы, это самое. Вот это, я думаю, продать можно уже. Хотя, может быть, да хотя и продам его, чё. И вот это продам. Как бы у меня вот это уже все есть. Ладно, теперь ложимся 100%. До следующего утра, конечно же. Так, новый рецепт, утилизационная машина. Добавили к нам к рыболовле один навык и больше ничего. Фермерство, собирательство, рыбная ловля. Итого
Так, а чё? О, кстати, за рыбу неплохо дают. За одуванчик. А что это такое? 40 золотых за одуванчик, за нарцисс 150. Итого 190 получается, да? За мусор 15. В принципе, ладно, дополнительно 340 пришли к нам, как бы в карманчик. А я так понимаю, здесь это надо собирать, потому что прокачивается, да? Чё-то какие-то странные звуки в последнее время. А, дождь на дворе. Короче, ладно, на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк. И до скорой встречи, всем пока.